Антош, представь, пожалуйста, следующего поэта. Артемий Боголюбов, романтик из сибирских лесов, в походе на эту сцену. Поаплодируем громкими аплодисментами. Добрый-добрый вечер. Как меня слышно? Хорошо все? Как вы себя чувствуете? Класс. Ну что, была тема карликов, была тема смерти. Я же предлагаю немножко поговорить тоже о вечном, немножко поговорить о любви. Да, спасибо. Мое первое произведение называется «Градус». Вам не понять меня, а мне не подобрать слова. Ведь каждая душа тоскует о своем. У всех своя температура, чтобы сгореть дотла. Мой градус — это разжечь на дне стакана фонари, твои глаза сквозь музыку услышать, романтику души, как струны, натянуть и трещины твои на миг губам приблизить. Любовь порой сложнее, чем просто унисон родных сердец. Это магия уединения, она о том, чтобы понять, о чем тоскует и поет. Она одна. А может быть, о ком? И счастье будет не просить взамен от слова ничего. Совсем. Когда полюбишь, а главное поймешь ты хруст ее колен, который порой ломает то ли от радости, то ли от страха перемен. И я не грущу, я восхищаюсь. Мне довелось потанцевать с тобой, быть поводом твоей улыбки, и я снимал с тебя так медленно весь запах твоих снов. Играл на волосах, как фортепиано, и ты порою делала из-за меня невинные ошибки. Мы открывали каждый день друг друга, то смело распахнувши дверь, а то на цыпочках, приоткрывая тюль секретов. А там за ними тишина, лишь ароматы ладана и леса, и свойственных только тебе переживаний. А чем же пахнешь ты сейчас, моя любовь? И вот еще подумайте, ведь это не любовное признание. Я оставляю ориентир на свет и луч пронзительной любви, и от которого сгорел я сам, быть может, на пути и вы. А вот она останется, навек босые к ней следы, для будущих таких романтиков из пепла, как я и вы. Спасибо большое. И следующее, не отходя от микрофона, следующее произведение называется «Аист». Ну что ты мелешь им? Остановись! И раз и навсегда пойми, не для того же он, чтобы рубить с плеча. Он аист изнутра, ума нудист, а ты его садист, толкающий на грязные свершения, мог бы быть венцом творения. Опомнись, а лучше отдышись, и вот почувствуй там на глубине не пульс, а ритм и еле уловимые биты, чтобы развеять тишину любви. Пленящим вихрем, манящим солнцем и вечным звоном вас двоих приблизь мгновение, момент уединения протанцевать друг друга. Скользнуть по бедрам нежным ветром вниз, а может быть наверх, не суть. Расти ты в ней сквозь вас двоих и заполняй манящие пустоты до изнеможения. А вот затем замедлись и посмотри в глаза, вдохни, почувствуй этот миг и наслаждение меж вас. Быть может, это навсегда. Но отпусти, ведь это не твое, я прошу, не вздумай даже на секунду овладеть. Не опошли момент природы, естества. И говори о главном, танцуй о сути, играй, не выходя из роли, люби, не проливая боли, свети, не покладая рук, а главное — твори. Он всем нам это завещал, он в нас, мой друг. Творец добра и мира, венец начала и конца, гонец удачи, кузнец. Но тут уж сам решай чего. А я пошел все начинать сначала. С любовью к миру.
Я могу еще одно прочитать, если время позволяет, уважаемые ведущие. Да? Следующее произведение называется «Ночной атлас». Я его написал в начале весны. Местами еще было скользко, поэтому будем аккуратны. Сияет одиночество и щемит вдоль спины. Морозит ожидание, ремонт застыл внутри. Ошибки все зашторены за стенкой монастырь, где раньше было пыльно, теперь дымится стиль. Мерцание симпатии — одномоментный фарс, и ветер обесточенный снимал с нее атлас. На черном гардеробе заварен белый чай, на синем небосводе бордовых брызг — февраль. На стыке современности их рифмы на века пронизано сознание их классикой пера. И их слоги будут длинными, но образы просты, и сладко засыпать теперь вибрации их любви. Он сядет в позу лотоса, о ней писать в такси, для них теперь метание с работы до весны. Но весна — романс протяжный, изменчиво капель. Потоп стихии Марты несется в ее дверь. Разбудит беспристрастный болгарский саксофон, и музыка вневластная развеет дивный сон. Спасибо вам большое. Аплодируем Артемию бурными аплодисментами. Спасибо за романтику из сибирских лесов. Мне очень понравились такие прекрасные стихи. Правда, большое спасибо. Огромное удовольствие. Давайте еще раз поаплодируем. У-у-у!